Друзья, гости, подписчики, всем привет. Сегодня 3 июня. Показывал я в предыдущих роликах шестирамочники, ну без разбора, так что они уже просятся пересадки улей. Вот я начал пересаживать. И сейчас один улей с вами пересадим. У нас сейчас акация уже потухла. Уже все, и каждый день дождики шел. Ее позмывало, позбивало. Еще с грозой такой, ну и град был. В общем, ну взяток небольшой есть. Сегодня первый день, как зацвела липа. Я уже видел, на липе пчела работает на верхушках там. Ну только-только начинает зацветать. Вот, ребят, так что думаю, тружки и липки будет. Так, пчелкам побаловаться есть где. В общем, все вместе. Сегодня, пока дождя нету, я и крашу. Сейчас вам покажу. И сразу же пересаживаю. Краска быстро сохнет, 10 минут она уже сухая. Может, будете говорить, что одинаковые улья ставлю все по цвету. Пчела будет путаться, ничего подобного. Путаться она не будет, она знает свое место без проблем. Только пересадила, она в литочке заходит, так что с этим проблем нету. Ну вот, ребят, корпуса. Там днища, подкрышники. В общем, все крашу и сразу пересаживаю. Все, ребята, давайте пересадим один. Вот подготовил я улей, подготовил две рамочки с ващинкой и заставная. Для начала будет так, так я эти расширял, по две ващины давал. Что, давайте теперь этот пересадим следующий и посмотрим, сколько расплода. Ну, по весу я вам скажу, ребята, они уже метку принесли. Видно вам, не видно, вот шестирамочник уже тянут сверху языки, уже места явно мало. Вытаскиваю со серединки рамку, так как с края не возьму. Ребят, рамочка полностью засеяна. С обоих сторон полностью засел уже с личинкой. Вот там, где нет расплода, там уже залитый мед в ячейках. С этой стороны также весь расплод печатный. Ребят, крайняя рамка от стенки полностью с печатным расплодом. С двух сторон такая красота. Ващинку поставим к открытому расплоду. Они ее быстрее вытянут. Так, что у нас? Четвертая рамка. Полностью печатный расплод. Видите, языки сверху тянут. Задавали мне вопросы, зачем надрамочное пространство я делаю. Ну, вот это, которое языки тянут. Я уже отвечал, но скажу еще раз. Для того, чтобы пчелок было подкормить весной. То есть, если семья здесь зимует, либо же весной дать подкормку, положить канди, ну, для подкормки, ребята. Так, эта рамка расплод выходит и забивают полностью перговой. Будет медово-перговая, да, и с этой стороны также. Это тоже, ребят, рамка перговая. То есть 5 с расплодом. Ну, одна немного с перговой. А это медовая перговая. Да, ребят. Такие дела. Неплохо. Эту таки оставляем крайней.
Вот сюда мы поставим лощинку к расплоду. Сейчас язычки уберем. Медок льется. Капельки. Все, друзья, оставляю пока их на 8 рамках. Еще, друзья, вот столько пчелы осталось. Вот сейчас мы ее тряханем. Вот такое, ребят, состояние шестирамочника. Пока оставляем на 8 рамках, а через недельку доставим, наверное, еще по 2 лощинки и будет корпус. Ну все, ребята, я буду работать дальше. Спасибо за просмотр. Всем пока.